находимся на крыше агропромышленного комплекса, расположенного в Московской области. Площадь кровли составляет 50 тысяч квадратных метров. Сегодня мы расскажем, как выполнить работы по устройству современной кровельной системы ТН Кровля Гарант. Данное решение позволяет легко и быстро произвести работы по устройству кровли в любое время года, а также обладает высокой стойкостью к пешеходным нагрузкам при малом весе самой конструкции. Именно поэтому мы рекомендуем выбирать эту систему при устройстве промышленных кровель больших и средних площадей. Для монтажа нам понадобятся сварочные аппараты, автоматический ручной, прикаточные ролики, щетка по металлу, ножницы, кровельные и канцелярские ножи, пробник для сварных швов, шуруповерт. Начинаем работы по монтажу кровельной системы с подготовки основания. Поверх очищенного основания укладываем слой пароизоляции. Минимальная величина нахлёста в пароизоляции должна составлять не менее 80-100 для боковых швов и 150 для торцевых. Склейку осуществляем с помощью двухстороннего скотча. В качестве теплоизоляции используем современные плиты Logic Pier Prof от Технониколь. Они позволят нам снизить нагрузку на несущие конструкции, сохранить пожаробезопасность системы, сделать кровлю устойчивой к динамическим нагрузкам и тем самым продлить срок ее службы. Теплоизоляцию пир укладываем поперек полок профнастила. Не забываем про смещение плит при укладке. Оно обязательно должно составлять пол плиты. При двухслойной укладке утеплителя также соблюдаем разбежку верхнего и нижнего слоя. Если швы между плитами больше 5 мм, герметизируем их клей-пеной. Плиты крепятся к основанию механически. Крепежные элементы подбираются в зависимости от толщины теплоизоляции минус 20%. Саморезы используем сверлоконечные и остроконечные, зависит от толщины металла. На каждую плиту размером 2400 на 1200 должно уходить не менее 8 крепежных элементов. Очень важно использовать надежные комплектующие элементы. От этого будет зависеть долговечность всего кровельного пирога. В качестве водноизоляционного слоя мы используем современное решение, а именно полимерную мембрану Logic Roof VRP толщиной 1,5 мм. Мембрана устойчива к ультрафиолетовому излучению, поэтому будет выполнять свои функции многие годы. Ее монтаж возможен круглый год без участия открытого огня с помощью горячего воздуха. Производим раскатку рулона гидроизоляции. Натягиваем с целью отсутствия волн в будущем. Нахлёст 120 – особенность оборудования. 6 см под сварочник, 5 см шляпка телескопа и 1 см отступ от края мембраны. Важно следить за тем, чтобы все швы были тщательно проварены. Обязательно делаем тестовые сварки перед началом основных сварочных работ. Когда поверхность кровли полностью закрыта, переходим к выполнению примыканий. Наша кровля готова. Она будет служить надежной защитой для всего здания не один десяток лет.